Займемся зеленой собачкой. У нее плюшевое тело зеленого цвета. Она такая пыльная, достаточно грязноватая. Нужно полностью достать из нее опилки, постирать тело, а потом перенабить. Но вообще собачка очень милая, и у нее стеклянные глазки, очень милый носик. В общем, можно сказать, что собачка очень замечательная, но повидавшая многое на своем жизненном пути. Не знаю, какого это года собачка, но в любом случае ее надо стирать. Приступим. Так, найдем сейчас уязвимые места у нее, у собачки. Где ее зашивали, в каких местах? Вот здесь, что ли? Разрежем. Ой, убегает. Вот. Угу. Тут она, если вот это место расшить, то здесь мы найдем животик у нее. Вот, а там опилки. Опилки такие, как у медведя, такие опилочки у собачки. Конечно, если пыль летит. Ну, загрязнение примерно такое же, как вот с медведями, которые я делала. То есть внутри вот эта стружка, она кажется, что чистая. Но я даже не знаю, на что ее использовать стоит. Или перенабить лучше опилками. Набита она очень плотно. Очень плотно. Собачка. Собачка, конечно, очень старая. По набивке. Не знаю. Какие года это? Даже не знаю, какие года. Все. Внутри ничего не осталось. Хвостик отдельно. Поэтому нужно его оторвать. Так, оторвем хвостик. Хвостик оторвем. Звучит, конечно, не очень. Хвостики у нас вата. Или по всему. Хвостик свободен. Дышать нечем в этой маске. Так, и осталась голова. Тоже найдем сейчас место. Угу. Голова отдельно. Тоже пришиваться будет. Собачка. И тут плотная вата. Её. Мы её вытащим. Потихонечку. Сейчас глазами надо разобраться. Тут глаза, посмотрим сейчас, как крепятся. Тянут край головы. Тихонечко.
Микота, оставь в покое Бублика. Еще немножко. О, глаз выпал, блин. Вот он. Вот он глазик. Надо его отложить. Он поржавел. Ножка у него поржавела. И он отпал. Хорошо, что не отпал раньше. Второй глазик. Второй глазик держится. Держится. Ой, вот он и отпал. Нашелся глазик второй. Я думаю, с носиком то же самое произойдет, потому что поржавел держатель. Вот носик. Все почистили, изнутри все вытащили. Вроде бы как. Вот тут немножко еще ваты. Интересно, почему голова ватой набит, а туловище набивали вот опилками. Тоже такая вот загадка. Сейчас вот это вот, конечно, я использовать не буду, потому что набивка очень грязная. У собаки. Все это мы прячем. Пакет. И есть у нас тело. Загрязненное, но не скажешь, что прям тут что-то такое. Караул. Головка. С ушками. Ушки не будем отрывать. Они держатся хорошо. И хвостик. Все, собачка пойдет купаться. Так, есть еще глазки. Носик. Вот. Не знаю, как я буду их крепить, потому что крепление поржавело. Но я думаю, что-то придумаю. Все, собачку стирать.